Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Доридзе, мы играем в Вормикс, у меня уже 9-й уровень, мы очень интенсивно развиваемся. Предлагаю следующее, знаете, что купить? Я думаю, либо балку, либо телепорт, но мне кажется, телепорт будет покруче. Да, я думаю, мы купим телепорт, а с балкой мы подумаем потом. Так, ну что ж, играем, начнем с боссов. Я не знаю, сможем ли мы этого босса победить или нет, мне кажется, еще сильно рано. Хотя у него крутая награда, пушки гравитационные. Охотник, это мы легко победим. Давайте попробуем один раз. Хотя нет, смысла нет. Уж слишком мощный этот. В другой раз. Давайте пока вот с этим разберемся. Так, для начала мы подойдем поближе к нему. Пока что тут спрячемся. Цель обнаружена. Первая кровь. Цель обнаружена. Начнем мы с овцы. Отлично. Фак. Опасная штука. Вот это у него рядом, которые. Фух, хоть за это не задел, за линию. Это хорошо. У меня есть телепорт, давайте попробуем использовать его. Давай, давай, давай. Нет, нет, нет. Так, ну мы хотя бы выбрались отсюда. Его можно будет сильно подкинуть, я не знаю. Так, а где она? Давайте так и сделаем, подкинем его в воздух. Не подкинулся. И что он будет делать? Сам себя стрельнет. Ну, тоже неплохая тактика. Ну-ка, если я попробую... Дадим ему еще один ход. И что он сделал? Нам бы хорошо бы спустить его вниз. А ничего не произошло. Думаю, я его не забросаю гранатами. Посмотрим, что он сделает. Я слишком рядом не смогу с ним находиться. Фак. Давайте еще раз овцу запустим. Блин, 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 блин. Твою ж мать. Ну и чем его убить? Ружьем? Или бараном? Не, баран может не допрыгнуть. Давайте, я не знаю, ружьем.
И это опасно. Так, он прям рядом со мной. А я опять телепортировался от него подальше. Да, но слишком далеко я как-то от него. Но у меня только один способ, это гранатка. Промазал. Ух ты, в меня пытается. Ну, мы можем подкоп хотя бы сделать. Где моя рылка? Сварка. Пока что тут останемся. Семнадцать. Блин. Я так умереть смогу. В принципе, я его смогу с дробовика. Я ничего не подумал об этом. Ладно, повторим. Забыл, к нему близко нельзя подходить. Что один тут будет стоять. Так, отлично, первая пошла. Немножко задели мы. А давайте еще одну запустим. Прям в дырочку упал. Отлично. Давайте просто наобум попробуем. Куда она попадет? Только не ко мне. Только не ко мне, ребят. Не попал. Цель обнаружена. Вот тебе. Давай. Твою ж мать, нет. Сейчас я по-любому... Ух ты, блин, как круто. Нужно немножко подальше.
Ну вот так можно еще раз попробовать. Нет. Фак. Не думал, что так получится. Ладно, я думаю, телепорт нам стоит купить вот этот. Очень крутой. Так, а где я опять появлюсь? Тоже, мать, фиг знает где. В какой стране, блин. Телепортов у меня закончились. Так, мы будем долго выбираться. Немножко мне помог. Пока что-то остановимся. Никак не достает. Твою мать. Вот тебе. Я так точно умру. Выбраться, что ли, не могу никак. Еще поближе к нему было бы. Фак. Повторим, только сейчас у меня телепортов нету. Так, начнем. Банально опять с овцы. Так, ну сейчас покруче. Достижение пролететь 5000 метров. Можно поделиться. Отлично. Так, попробуем с узишки. Надо его пониже брать. Ну, паучок, я думаю, уже пройдет. Попробуем его и кинуть.
Ух ты, ровно в цель. Отлично. Так, ладно. Надеюсь, доползет. Ну, хотя бы так взорвется. Промазал. Как она сейчас поведет себя? Ну-ка, как себя поведет она? Опять отскакивает. Давайте вот так пробуем. Все равно отскакивает. Давайте просто немножко послабее. Все равно отскакивает. Ладно, немножко повыше. Ну-ка, так. Так, отлично. 7% у него. Да хорошо, что промазал. Так, ну а теперь, я думаю, стоит выбираться нам. Твою ж мать. Жду приказа. Поторопился. Жду приказа. Так, у меня будет один выстрел. И 25 секунд. Не знаю, как я вот эту дистанцию преодолею. Отлично получилось. Блин, ну а тут я промажу по-любому. Не достаем. Не попал. Ну-ка, ну-ка. Вот тебе. Ничего страшного. Блин, эта фигня мне вырубает. Отлично. Вот побеждаем. Так, меню плюс батарейку получили. Так, а сколько нам до телепорта-то надо? 2200. В принципе, не так уж много. Думаю, мы с вами накопим. Еще два сражения у нас. С другом попробовать боссов проходить. Было бы круто. Так, ну попозже, пока что миссии нам доступны.
Первая кровь. Твою ж мать, что он сделал? Я так утону. Ладно, я придумал, сделаем подкоп. Вверх причем. Так, у меня есть ракетница. Отлично. Так. Спрячемся немножко. Еще одна. Один фейерверк. Прикольно, мне понравился. Он снизу можно бивать. Блин, хорошо, меня припечатал так. Ну этого, я думаю, мы сейчас одолеем. Снизу из-под тяжка так. Отлично. Что-то у меня прицел дрожит. Боится, наверное, меня. Так, я попробую дойти. Так, я думаю, с базуки будет круче. Кажется, подкоп тут сделаем. Отлично. До конца не прожил. А там, смотрите, рыбка застыла. Отлично. Я так и знал, что она это сделает. Давайте так поставим ее.
что он сделает? Я думал, все попадет. Так, ну тут мы возьмем миниган. Хотя он у меня, кстати. И прощай. Отлично, следующий давайте бой. Так, где ж ты мой паучок-то? Так, ну ладно, сам нарвался. Так, отлично. В принципе, я вот так из ружья смогу добить. Мне ничего не будет от падения, в принципе. Так, смело пускаем паучка. И сматываемся. Так, а знаете, что я хочу сделать? Нет. Так, где моя ловушка? Чуть-чуть не долетели. Зато хорошо подлечились. В принципе, я его прямо отсюда сниму. Замечательно. Переходим на этого, на тебя. Где у нас наш паучок? Теперь он не может ходить. Так, опять я хожу. Веревочка. В принципе, знаете, что тут надо сделать?
Блин. Так, переход к ходу. Еще раз. Сейчас главное перепрыгнуть вот эти мины мне будут. Мы попробуем сейчас их обойти. Вот этого мы с УЗИшки сейчас снимем. Отлично. План удался. Немножко, ну, на этом закончим серию Вормикса. С вами был Дарин, ребят. Всем, кому нравится, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами еще не раз увидимся. Пока что всем удачи, всем до скорого. Пока-пока.